В августе 2017 года во всех СМИ прогремела новость об открытии первой православной криптобиржи под названием Алиса. Это, можно сказать, рестайлинг предыдущей фондовой биржи, которую Герман Стерлигов открывал на закате Советского Союза. В этом ролике я хочу предупредить вас всех, что Герман Львович, мягко скажем, вводит в заблуждение. То, что на сайте называется криптобиржей, ею не является. Давайте откроем этот сайт и посмотрим. Криптотраст Алиса уже переименовали. Крипто Алиса принимает доверительное управление вашим биткоином, эфиром и криптостерлингами. В общем-то, вы уже поняли, что это не биржа в своем традиционном понимании, где есть трейдеры, где ведутся торги. Здесь ничего подобного нету. На данный сайт, чтобы он отдаленно напоминал биржу, добавлены виджеты с котировками криптовалют. Если присмотреться, то что даже виджеты работают некорректно. Вот обратите внимание, курс лайткоина $4.34, когда сейчас он стоит $80. Каким-то образом непонятно, зачем сюда привязаны курсы обычных фиатных валют. Ну и внизу этого одностраничника, который не является биржей, адрес вот этого заведения. В общем, какие здесь есть функции? Здесь есть только одна функция ICO на случай обрушения криптовалют. Напомню, что Герман Львович считает, что криптовалюта это мыльный пузырь, что это пирамида и что это, в общем-то, зло. Но на хайпе каждый пытается заработать, в том числе и Герман Стерлигов. Хайпанем немножечко. Итак, проверим, что же это такое. Кликаем по кнопке. Нас перебрасывает на другой сайт. Здесь, как мы видим, Герман Львович держит серебряный криптостерлинг. Внизу промо-ролик. Ну, вы можете сами потом посмотреть это все дело. Но здесь я не буду даже читать, углубляться. Потому что здесь нету торгов, это не является криптобиржей. Ну, кликаем кнопку «Инвестировать». Хотя, еще раз скажу, что биржевая торговля и инвестиции – это совершенно разные вещи. Ну и что он предлагает? Значит, инвестировать. Кликаем кнопку. И вот здесь высвечен криптокошелек Германа Стерлигова, на который лохи переводят денежки. Вот вам и вся биржа. Всем счастливо, подписывайтесь на канал, ставьте галочку, если вы не хотите пропустить следующий ролик.